зважаючи на те, куди Міратех зараз спрямовує свої зусилля, я дуже сподіваюся, що всі ті ініціативи соціального плану, тренінги, покращення спілкування в межах колективу, зворотній фідбек. Я сподіваюся, що все це буде доведено до того рівня, який запланований. І, власне, бажаю компанії, щоб всі цілі, які вона поставила, щоб всі вони виконались. Я би хотіла це бачити його дуже успішним, ярким, качественным и веселым. Ой, для своих коллег я бы хотел пожелать на самом деле, чтобы клиенты были немножко добрее, немножко как-то спокойнее, и это на самом деле делает работу приятной. Хочу пожелать, да, в принципе, элементарных вещей: вдохновения, счастья, хорошего настроения, и чтобы каждый рабочий день был в радость как самому сотруднику, так и в компании, что выражается в продуктивной работе. Наверное, почаще приходить с обратной связью и запросами, чтобы им здесь стало лучше. Я хочу побажати, щоб ми зустрілися, ну, якщо все, щоб, бо, ну, головне, щоб не було війни, це саме головне, щоб всі були здорові, щоб сохранилася ця доброта до людей, відношення до людей і ця доброта в компанії, щоб от збереглося це, от, як це сказати, відношення, тому що це саме головне в компанії, а так все буде добре. Я пожелаю народу беріч себе. Беречь свои силы, вкладывать их очень разумно, сбалансированно. Сделать так, чтобы каждое ваше усилие было потрачено на результат, чтобы не тратили время на какие-то там нервы, не тратили свои силы на нервы, не тратили время на что-то не очень важное. Старайтесь, чтобы каждый день был шедевром, и вы получали реальное удовольствие, реальное удовлетворение от каждого дня работы. Для того, чтобы, когда приходит праздник, было непонятно, зачем он. Вот, вот тогда я понимаю, что, ну, у нас тогда день рождения компании, Мирафест, действительно праздник такой, который мы вот все заслужили. Когда он типа, ну да, у нас каждый день был клевым. Вот тогда да. Отправиться на корпоратив на Бора-Бора. Это будет замечательно. Я бы хотела пожелать коллегам максимально наслаждаться своим местом на работе, своей работой, своими коллегами, которые вас окружают, вообще любить мир, любить себя и помогать другим. Ну, не бояться пробовать что-то новое, потому что компания, чем старше и чем больше, она все такое становится медленной, расширяется, очень плохо как бы усваиваются какие-то новые вещи, которые, ну, в нашей компании и в нашей сфере время течет очень быстро, технологии меняются. Нужно смотреть вперед и успевать это внедрять, а не смотреть назад и тормозить. Хочу пожелать хорошего настроения, и чтобы наш праздник удался, и все получили максимум позитивных эмоций, зарядились на будущий год. Текущего проекта, потому что мы на стадии разработки нового проекта. Всем сотрудникам не сдаваться, держаться, развиваться, никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно быть в поисках, постоянно осваивать новые технологии, вот, держаться в струе, скажем так. Это очень важно для всех нас. Ну и плюс, лично для меня очень интересно. Вот, желаю интересных проектов, интересных людей, побольше общения, новых знакомств. В этом году я первый раз попал за границу. Вот всем желаю побольше отдыхать, побольше уделять времени семье своей, близким, родным, знакомым, проводить больше времени в компаниях. Вот. Ну и всего самого хорошего. Здоровья, конечно же, потому что без здоровья мы никак. Ну, скажем так, наверное, развитие в первую очередь. Во вторую очередь строить хорошие коммуникации с людьми внутри команды, потому что work-таски – это как бы одна часть, да, но people management – это неотъемлемая часть в нашей команде. И для того, чтобы достигать правильно цели быстро и эффективно, ты должен построить хороший people management. Ты должен быть руководителем на одной ноге,
on the same page, всегда тебе достаточно коммуницировать не всегда бюрократическими процессами, все эти письма и так дальше. Можно строить правильные коммуникации, и ты будешь достигать своей цели как можно быстрее. Поэтому я желаю развиваться именно в этом направлении. People management – это успех, в первую очередь, команды, в вторую очередь, это в целом успех компании.